Вскоре стало хуже. Я пытаюсь не дрожать. Потому что опустился густой туман. Пришлось замедлиться еще больше. Астон стал вести себя еще хуже. Подлинные 50-е. Наслаждаюсь. Порой довольно сложно воткнуть передачу. Попробуй у себя, постой. Допустим, вторую. Даже первую могу. Вторая получилась. У меня проще простого. Но когда все легко получается, нет чувства удовлетворения. Есть. Вскоре туман стал не просто густым, а непроглядным. Я сейчас мало что вижу. Фары не помогают, а дворники просто гоняют воду по лобовому стеклу. Ничего не вижу. Туман, дождь, вой, сильный вой. Я конкретно замерз. Однако, возможное переохлаждение было не самой главной проблемой. О, боже. Звук какой-то нехороший. Я притаптываю сцепление, чтобы машина хоть как-то ехала. Кажется, осталось 3 цилиндра. А затем произошла старая добрая поломка а-ля 50-е. Что с ней? Думаю, свечи залило и забило. Джеймсу не говори. Ладно, а где он? Я даже не знаю, где моя машина, я оставил ее вон там. Ни хрена не видно. По крайней мере, он не увидит, как я с ней вожусь. Ну, он может проехать мимо. Ты езжай. Скажи ему, что я сзади или что я спереди. Я могу быть в 100 метрах отсюда. Я поеду дальше. Езжай. Скажи ему, что я тоже еду, а я пока починю. Он не узнает. Точно, скажи, что я отлично провожу время и... Начинается дождь, Хаммонд. Я в курсе. Куртка есть? Нет. Где моя машина? Кто-нибудь видел здесь Астон Мартин? Эй! Хаммонд! Я нашел машину! Это... Ой, это Тойота! В ней сексом занимаются! Правда, неудобно-то как! Они уезжают, потому что все поняли. Привет, извините. Тут не на что смотреть. Бросив Хаммонда заниматься починкой на Доггербанке, я внес кое-какие изменения в своей машине и поехал искать Джеймса. О, да! Я улучшил свой Астон Мартин. Внезапно моя машина стала себя оправдывать. Я ее не слышу. Вскоре я нашел нашего нарушителя, у которого тут же возникли подозрения. А где Хаммонд? Он передо мной. Я еду прямо за ним, вижу его ясно как день. Туман уходит, и я заметил, что Ричард Хаммонд, который должен быть перед тобой, едет на операторском Land Rover Discovery. Нет-нет, он его обогнал. Он смылся на невероятной скорости, я за ним не поспел. У него машина сломалась, да? Нет.